Екатерина Филиппова, 4 года, город Москва. Я люблю маму с папой, студию «Актер» и балет. Я не люблю, когда какие-то злые собаки нападают на моего брата Ваню маленького. Или злые коты. Но это никогда не происходило. Но если это произойдет, мне это будет обидно. Я занимаюсь балетом. Я дома занимаюсь математикой и эврикой. А еще развитием внимания. Я хочу стать ветеринаром, лечить животных и птиц. Я боюсь привидений. Я мечтаю покататься на настоящем единороге.